Приветствую всех интересующихся космосом. Меня зовут Виталий Егоров, я блогер, популяризатор космонавтики, сотрудник российской частной космической компании «Орбитальный экспресс». Сегодня мы поговорим о перспективах космических технологий. А их перспектив множество, и не из области фантастики. Наоборот, реальные и прикладные. Космос ближе, чем мы думаем, уверяет Виталий Егоров. Об этом и не только его лекции для обучающих курсов, которые задумали открыть в нашем регионе. И вот этот стереотип, что космос – это где-то далеко, космонавтика – это такая элитарная деятельность, не совсем правильно. Это действительно сложно, но сложно больше по финансовым причинам, а не по техническим. В космосе действуют те же законы физики, там та же самая математика. И космонавтика на самом деле, это процентов на 80, наверное, это математика. Начинать можно с малых космических аппаратов, дальше больше. Главное – влюбиться в космос. И в нашем регионе решили включиться в процесс массово. Идет работа по созданию двух обучающих программ по космонавтике. Космический всеобуч будет интересен и школьникам, и студентам, и просто увлеченным людям разных профессий. Вторая программа тоже универсальная, но все же информация там посложнее. Образовательный курс, второй проект Chief Space Officer, он создан для того, чтобы люди подчеркнули основы астрофизики, космонавтики, цифровых технологий, Python, искусственного интеллекта и, в принципе, смогли окунуться в такие основы того, что сегодня происходит в космонавтике. Учиться можно будет бесплатно, достаточно зарегистрироваться на сайтах программ. Курсы стартуют 1 сентября. Виктория Щетинина, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский.